Уроки безопасности от железнодорожников школьникам рассказали и показали, как вести себя вблизи путей. Поводом для визита специалистов стала опасная тенденция. В прошлом году на самарском участке Куйбышевской железной дороги на рельсах погибли 5 детей. На особом уроке УБЖ побывала и наша съемочная группа. Цифры сложных терминов минимум. Все максимально наглядно. Ведут урок не преподаватели, а практикующие специалисты железнодорожники. Оценок за знание предмета не отставят. Чтобы основные правила отложились в памяти лучше, демонстрируют фильмы. Для учеников этой школы безопасность на путях не пустой звук. Один из ее корпусов находится в нескольких метрах от станции. И несчастные случаи на рельсах не редкость. После того, как у нас одноклассник сбил, я уже поезд видел метров за 20-30. Я останавливался и стоял, пока он полностью проедет. Поезд не остановится. Его остановить очень трудно. Подобные уроки в школах проводят регулярно, примерно раз в месяц. При этом только теории железнодорожники не ограничиваются. Проводят и совместные рейды вместе с транспортной полицией. А участки путей с самой дурной репутацией собираются дополнительно обустроить. У нас был построен вновь пешеходный переход со световой сигнализацией по станции Чапаевск. Также на этот год запланировано ограждение железнодорожных путей, тоже станции Чапаевск. Почему Чапаевск мы отдаем такое предпочтение? Потому что на сегодняшний день он является самый травмоопасный участок. Как говорят работники железной дороги, традиционно самый опасный период для школьников – выходные и каникулы. Поэтому перед их началом занятия проводят по усиленной программе. Василий Иванов, Александр Дудко. Новости губернии.